На всех факультетах Брестского государственного университета имени Александра Сергеевича Пушкина проводится активная научная деятельность благодаря сильному педагогическому составу и живому интересу студентов. 9-я международная научная конференция «Славянские языки. Системные писательные и социокультурные аспекты исследования», которую проводила кафедра общего и русского языкознания филологического факультета, стала одним из таких мероприятий. То, что проходит столько конференций в университете, говорит о том, что в университете очень мощный преподавательский состав, который кроме образовательной функции выполняет и научно-исследовательскую. 60% преподавателей – это ученые с степенью кандидата и доктора наук. Вместе с тем к исследовательским проектам привлекаются и студенты, и магистранты, потому что, начиная научно-исследовательскую работу со студенческих лет, можно потом, обучаясь в магистратуре, в аспирантуре, уже действительно добиться значимых результатов. И работы носят как фундаментальный, так и практико-ориентированный характер. Количество заявок и докладов на международную научную конференцию превышало 120 номинаций. Проблематика конференции вызвала неподдельный интерес белорусских и зарубежных исследователей. Предметом обсуждения стал широкий круг вопросов, связанных с исследованием, динамикой и типологией славянских языков. Проблема сегодняшней конференции вельми важная и актуальная не только для вот нашей страны, для Беларуси, але и для всей, так сказать, вот славянской просторы. Потому что у 21-м стагодзе отбылись вельми такие истотные измены у жизни славянских краин, что поуплывало и на измену мовных ситуаций у славянских краинах, на само так вот славянское мовное поле, потому что фактично на наших очах появились и новые стандартные славянские мовы, и изменилось их место во внутренних социолингвистических ситуациях. Поэтому в принципе выучение вот тех мовных зъяв, которые отбываются на территории Славии, вельми важное и актуальная. Конференция очень интересная и посвящена славянским языкам. Если говорить обо мне лично, мне Белорусская республика интересна прежде всего своим языковым разнообразием. То, насколько здесь языки восточнославянские, западнославянские переплетаются, контактные ситуации, где встречаются белорусские, польские, украинские диалекты. Международная научная конференция «Славянские языки. Системные писательные и социокультурные аспекты исследования» – площадка, где есть возможность встретиться коллегам-лингвистам, обменяться мнениями и результатами современных научных трудов, а также наметить пути и планы для дальнейших исследований. Идея создания конференции возникла еще в середине 2010-х годов, когда наша кафедра называлась «Кафедра славянских языков». Позже немножко инфраструктура факультета и специальности изменилась, но тематика конференции по-прежнему остается актуальной, хотя бы в силу того, что наш регион и Брестщина расположены на пересечении стихии славянских языков, восточных и западных славян. География международной научной конференции расширяется из года в год. Традиционные участники – ученые-слависты из России, Украины, Польши и, конечно же, Белоруссии. А в этот знаменательный для города Бреста год, в год его тысячелетия, впервые приехали лингвисты из Сербии и Болгарии. Ирина Кузьмич, Григорий Пекарский, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.